Друзья, всем привет! С вами Тамара, и вы на моем канале «Цветы у Тамары». Прошло уже где-то полтора месяца с момента получения посылки, первой моей посылки весной, и хочу показать, как же чувствуют комнатные растения спустя полтора месяца. Так, перед вами первое растение, пока еще вот в таких малюсеньких стаканчиках некоторые. Это у нас монстера минима. Я эту монстеру пересадила в свой грунт. Свой грунт пересадила. И вот смотрите, какие корешочки замечательные. Выпустила она у меня вот листик такой резной. И вот этот маленький листик она выпустила тоже у меня. Я получала с двумя листочками. В общем, растение адаптировалось. Вот такой вот корешок растет. Воздушный. Растение адаптировалось и прекрасно себя чувствует, растет. В скором времени надо ее пересаживать уже в другой объем монстера минима. Дальше монстера карстиниана, если я не ошибаюсь, правильно называю, к сожалению, не подписала, надо было все-таки подписать. Это растение я тоже пересадила в свой грунт. Вот такие вот у нее корешочки. Вот такой вот она листик у меня выпустила, уже покрупнее, чем предыдущие. И вот такой красивый лист, немножко гофрированный, тоже растет. Все хорошо с этим растением. Филодендрон кобра. Филодендрон кобра я подвергла обрезке. Вот здесь был ростик. Я этот ростик отрезала. И потому что как-то некрасиво смотрелось. Я думаю, может быть, откуда-то еще пойдут росты, но пока вот нет. Кобра с белой варигатностью. Пока никаких ростов не вижу. Ну, корешочки есть. А так вот пока только торчит стебелек. И вот, ну, можно сказать, макушку этого растения я поставила укоренять. Корешков не видно. Новых растущих листиков я тоже не вижу. А вроде бы вот этот листик раскрылся у меня. Ну, в общем, который-то из них, или вот этот лист, раскрылся у меня. Корешков не видно, но я думаю, что все будет хорошо с этим растением, с коброй. Агланема. Агланема липстик. Липстик грин. Как-то плохо рос и решила тоже переукоренить. Но корешочку было очень мало. Нового роста нет. Получалось тремя листочками, так и пока растение стоит. Адаптируется. Роста я не вижу. Ну, может, немножко стебелечек вырос, а так растение новых листиков пока не дало. И корешков тоже, к сожалению, пока не видно. Милки Вей. Агланема Милки Вей. Не пересаживала. Стоит пока. Растет пока в старом грунте. Вот отсушивает листик. А так выпускает новые листья. Вот листик она выпустила. И вот здесь, видите, трубочка. И должен
раскрыться новый лист. Корешки у него не очень-то и заметно. Корешков не видно, к сожалению. Но, скорее всего, все в порядке с ней, с этой агланемой. Растет вот с таким вот окрасом листьев. Растение было не маленькое. Потихонечку растет это растение тоже. Агланема мелкий вей. Дальше, ну вот, кто меня радует, так это меня радует фикус Ньюклон. Выпустил много листочков. Вот эти листочки выпущены все у меня. И вот тут новый листик. Есть даже, видите, боковые ростики. И вот мне нравится варикатность этого фикуса. В общем, растение чувствует себя прекрасно. Я пересадила это растение, сразу же пересадила в новый грунт, потому что растение было в очень маленьком стаканчике, 100-граммовом, корни торчали из дренажных отверстий, и фикус требовал пересадки. Сразу пересадила вот в такой горшочек, не маленький, это 0,5, скорее всего. И, в общем, все прекрасно с ней, все хорошо, друзья. С ним, с фикусом. Филодендрон White Marble. Не пересаживала, пока стоит в стаканчике. White Marble в стаканчике, в котором он ко мне и пришел. Но корешочки есть, растет, выпустил новый листик вот такой красивый, с такой варигатностью. К сожалению, я сломала один лист, вот такой крупный. Только торчит черешок теперь листа. А так все прекрасно, растет, все замечательно. Красивое растение с крупными листьями будет. В общем, растюшка растет. Я довольна. И, конечно же, моя любимка Монстера Альба. Она вот такой лист у меня дала дома. Вырастила, развернула. Такой наполовину белый и наполовину зеленый, немножко с белой варигатностью. Корешочки прекрасные у этого растения. Так, вот видите, уже корешки дошли до дна стаканчика. Я монстера тоже не пересаживала, но в ближайшем будущем надо будет пересаживать. Вот такое вот красивое растение. Я довольна покупкой этого растения. Здоровое, прекрасное растение. Адаптацию прошло. Монстера прошла прекрасно. Все с ней хорошо. Надеюсь, и в дальнейшем будет меня только радовать. Друзья, вот и все на сегодня. Все свои растюшки. С первой посылки я вам показала. Все живы, здоровы. Растут. Растут, все им пока нравится. На сегодня у меня будет все, друзья. Всем самого хорошего, доброго. До свидания.